Эй, есть кто дома? Ой, наверное, надо включить электричество. Супер, так и должно быть. Это Бак. Я Энди, и сегодня вместе с нами мясных мух, вьющихся над трупом некогда свободной Британии, обсудит Элис. Привет, Энди. И сегодня мы поговорим про Альбион. Наших с тобой друзей, Элис. Правительство продлило контракт с Альбионом и похвасталось рекордно низким числом насильственных преступлений. Это продление контракта сродни ситуации, когда у тебя есть пес по имени, к примеру, Найджел, который кусает тебя каждый день, но ты все равно думаешь, вот бы у него были щенки. Срок этого контракта уже больше срока любого политика, сидящего за критику власти. Я не очень понимаю, как это вообще устроено. Может, как в футболе? Не удивлюсь, если агент Альбиона сливал в СМИ инфу о том, что наш любимый наемник тайно ведет переговоры с Барселоной. Правительство запаниковало и шустро подписало контракт. Но что делать со статистикой? Хотя тут вопрос в том, как именно считать. Если учитывать насильственные преступления, совершенные членами правительства или Альбионом, их любимыми подрядчиками, несущими насилие в массы, полагаю, цифра будет совсем другой. Да нет, думаю, статистика не врет. Сейчас редко кому удается совершить насильственное преступление. Взял в руку нож для фруктов, тебя тут же оглушили и депортировали. Лицо слишком болгарское. Куда боль? Регистрация DedSec не обнаружена. Идентифицируй себя, иначе я взломаю твой оптик и буду вслух читать тебе все твои письма, отправленные по пьяни, пока ты не умрешь от голода. Эй, остынь. Меня прислала Сабина. Сабина жива? Ну, хоть какие-то хорошие новости. Я Бэгли, абсолютно точно не украденный, продвинутый ИИ-помощник DedSec, и, похоже, пару месяцев я простаивал. Неважно, давай-ка ты подключишь меня к сети DedSec, чтобы я стал могущественнее, чем ты можешь себе представить. В смысле, наверстал упущенное. Я снова в сети и скачиваю нашу базу данных, архивы новостей. О нет. DedSec ответственен за серию взрывов в Лондоне, унесших жизни множество людей. Далтон Вольф мертв. Я оставил вас буквально на секунду, и вы все тут же просрали. Ну, если взрывы организовал не DedSec, встает логичный вопрос. Кто это сделал? У меня провалы в памяти, начиная с момента, когда Далтон, точнее, будем честными, когда я обезвредил бомбу в парламенте. У меня нет информации о том, что случилось после того, как меня отключили, но я могу предположить, что в теракте замешана группа хакеров, известная как «Нулевой день». Думаю, именно они устроили взрывы и подставили DedSec. Подойди к моему терминалу. Сабина на связи. Включаю Сабину Брандт и рекомендую слушать ее очень внимательно. Ну, здравствуй. Рада, что ты здесь. Бэгли, боже, как я рада слышать твой безумный голос. Память не пострадала? Еще как пострадала. Последняя запись нападения на наш штаб и одна зацепка. Нулевой день. Звучит знакомо? Нет.
Но в штаб-квартиру ворвались люди в черном. Такие же были в парламенте. Работали вместе. У нас не было шансов. Они всех перестреляли. Какой ужас! Как же ты оттуда сбежала? Через канализацию вылезла в Кандоне. Мне помогли выбраться из города. С тех пор я торчала на севере. Разумно. В городской системе наблюдения ты одна из самых приоритетных целей. При первом же распознавании лица тебя бы нашли и убили. Сейчас весь город ополчился на Дэдсек. Я бы помог, но рискую лишиться головы. А я к ней привык. Риск. Мало кто знает о риске больше меня. Я потеряла всех и все, что у меня было. Но вот что мы имеем. Лондон летит в пропасть. И если Дэдсек не спасет город, поверь, никто не сможет. Без сопротивления не выжить. Ты первый шаг. Что скажешь? Полагаю, нам нужно браться за дело. Отлично, новый пользователь! Добро пожаловать в Дэдсек! Конечно, выпускать тебя на волю голым и скулящим от бессилья безответственно. В убежище ты найдешь снарягу, которая входит в набор начинающего дэдсековца. Сопротивленцы, время багов. Уселись поудобнее, нет? Вот и супер, так и должно быть. Это... Салют, сопротивленцы, время багов. Уселись поудобнее, нет? Вот и супер, так и должно быть. Это баг. Я Энди, и сегодня вместе с нами мясных мух, вьющихся над трупом некогда свободной Британии, обсудит Элис. Привет, Энди. И сегодня мы поговорим про Альбион. Наших с тобой друзей, Элис. Правительство продлило контракт с Альбионом и похвасталось рекордно низким числом насильственных преступлений. Это продление контракта сродни ситуации, когда у тебя есть пес по имени, к примеру, Найджел, который кусает тебя каждый день, но ты все равно думаешь, вот бы у него были щенки. Срок этого контракта уже больше срока любого политика. Я Клэр Уотерс, и мы говорим о Дэдсек, группе активистов, которую власти считают террористической организацией. Нам звонит Колин. Колин, что скажешь? Раньше я говорил, что нужно арестовать.
У нас есть крайне хитроумный способ борьбы с системой распознавания лиц. Называется маска. И, кстати, я бы хотел поговорить о твоем гардеробе. Его пора обновить. Ну, серьезно.